Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге «Великий музей мира». Глава Александра Македонского. Около 200-150 года до нашей эры. Мрамор, высота 46. Одной из самых узнаваемых личностей античности является Александр Македонский. В данной, как и в любой классической античной скульптуре, присутствует сочетание идеализации с исторически достоверной портретностью. Эта голова открывает великолепно представленный в музее период, получивший название эллинизм. Так именуют культурную историю территорий Средиземного моря, которые были завоеваны Александром Македонским с 323 года до нашей эры до окончательного установления римского господства в 30-м году до нашей эры. Особенностью эллинистического периода явилось широкое распространение греческого языка, традиций, искусства, взаимопроникновение греческой и персидской культур. Если восточное влияние проявилось в религиозной области, то греческое в развитии ремесел на большой территории Восточного Средиземноморья. Вот такое описание я нашел в книге «Великий музей мира», глава Александра Македонского. Пока-пока, до свидания.